Одному из первых советских вузов, Ленинградскому институту культуры имени Крупской, полвека. 20 тысяч специалистов подготовил за эти годы институт. А тогда, в далеком 18-м, все приходилось создавать заново в спорах и борьбе с буржуазными взглядами на культуру и просвещение. Республике Советов нужны были пропагандисты партийных и комсомольских школ, организаторы курсов переподготовки избачей, школ ликбеза, библиотекари. В первом учебном году на библиотечное отделение было принято 15 человек. А сегодня подготовкой будущих лоцманов книжных морей занимается 15 кафедр института. Весь путь, пройденный его воспитанниками, это путь борьбы за победу социалистической культуры. Ленин напоминал политпросветчикам, что чиновники, даже хорошо знающие свое дело, уже недостаточны. Нужны разведчики новых форм, творцы. Особая нужда в них на фронте культурной революции. И студенты вуза, носящего имя Крупской, шли на заводы и в колхозы. Они несли людям знания, идеи партии. Так уж устроен человек. Где бы он ни жил, что бы он ни делал, он всегда ищет встречи со своей юностью, с друзьями, с первыми наставниками. Сегодня, в день юбилея, снова вместе многие из тех, кто когда-то учился и работал в институте. С первых дней октября включилась в революционную работу Екатерина Аркадьевна Горш. Весь путь института – это и ее путь. Она заведовала кафедрой, была проректором института. Заслуженный работник культуры, она и сейчас отдает свои богатые знания пропагандиста молодежи. Отложить книгу и взять в руки винтовку было в традициях института и в дни боев с бандами Юденича, и в дни кронштадтского мятежа, а когда пришла Великая Отечественная, студенты института отправлялись на передовую, в партизанские отряды, на заводы. Никого из своих однокурсников не встретила Вера Александровна Шальпарова. Со второго курса с лыжным батальоном ушла она на Финскую, потом был Сталинград, Кавказ. Война разметала друзей, в апреле 45-го погиб под Берлином муж. Нелегко пришлось одной, но она не пала духом, потому что никогда не уходила от трудностей, не искала тишины и покоя. Как часто здесь, на юбилее, говорили о делах и поступках, которыми измеряется цена человека, итоги его жизни. Было трудное послевоенное время. Мужчины донашивали потрепанные на фронтах шинели, все по карточкам, в очередь. Но были и другие очереди. В консерваторию, в Эрмитаж, в театр. Люди хотели видеть, знать, творить. Профессор Полтавцев
уже много лет бессменно руководит хоровым отделением. На протяжении 4 лет учебы студенты этого отделения изучают большой курс музыкальных дисциплин, проходят обширную хоровую практику, знакомятся с спецификой своей интересной и почетной профессии. Хор студентов института – известный в Ленинграде вокальный коллектив. Самодеятельности. Это люди, которые после работы в цехах или в поле, потушив шахтерскую лампу или после дежурства у постели больного, поднимаются на подмостки сцены, грунтуют холсты, берут в руки кинокамеру. День за днем по крупице накапливают знания будущие инженеры культуры. Пройдут годы, и сегодняшние студенты возглавят театральные, хоровые и хореографические коллективы. Мы набрали материал, теперь определим характеры действующих. Точнее, вступление, начало. Спасибо, это хорошо. Вторую цифру. Больше пьяно и певучесть. Пока они студенты 60-х годов, наследники традиций и преемники мастерства наших культпросветчиков. Две руки вперед, головку ко мне, и говорят, перехватите на рыбу и зафиксируйте положение. Готовят клубных работников, способных профессионально руководить коллективами художественной самодеятельности. Эти аккорды должны возникать как колонны Исаакиевского собора. Послушай. Нести в массы социалистическую культуру, пропагандировать идеи коммунистической партии,
работать с людьми и для людей. В этом их высшее призвание.